Получила сегодня посылочку. В этот смыла опыт в очередной раз. В этот раз я ее ждала долго, где-то 23 дня, пока она пришла. Я уже начала переживать, что такое. Но все пришло. Заказ посмотрю сейчас его наличие. Я помню, что заказывала. Помню, что заказывала английскую основу. Заказывала немецкую основу Кремер, Украину заказывала и английскую, и Великобританию. Также у меня вот ленточки, которые я заказала ко дню влюбленных, красные с белым. Ой, что-то здесь потекло. Ай-яй-яй. Это очень важная была жидкость для меня. А, это хлопковое масло. Оно оказалось раздавленным. Все пропало. Что? И перламутр тоже испортился из-за того, что... Также я заказывала пластиковую форму. Сейчас посмотрю. Пластиковая форма пришла хорошо. Нормально. Еще одна была... жидкость у меня в заказе, которая здесь тоже треснутая, тоже раздавлена. Так что, видите, в этот раз заказ пришел неудовлетворительно. Эта жидкость для меня очень была важна. Это жидкость, которая добавляется в желейную основу. Ее сейчас нигде нет в Украине, а у них она была. И вот все пропало. Ну вот так вот в этот раз.